В одного! В одного можно просто брать и таскать. Обалдеть. Ну-ка, давай Туюлюх обеим. А ну-ка, Туюлюх, попробуй. Ну, я не смог. А, не, ну смотри, тоже сделал. Ну, тяжелее. Тяжелее. Все ради контента. Итак, у нас на испытании гусеничный комплект Yeti 129FR. Номер. Лыжу мы уже взвешили, 7,9 килограмм уже вместе со всем установочным комплектом. Погнали. Взвешиваем вместе с багажником. Так, все. 48 килограмм. Все правильно, не обманывал. В воздухе висит. Ну, минус стропы. Отлично. Решили снять багажные крепления для багажника и взвешиваем. Так. Как? 46 килограмм. Я все идеально. Производитель говорит 45. 46. 46? Да, 46. А, ну все, отлично, прямо один в один, идеально. А мы там так херачили, я помню, тут удары были. И что же, почему 800 тысяч рублей? Поехали. Все болтики в этой установке сделаны из титана. Все абсолютно. Она сама сделана, выполнена из карбона. Понятно, что внешний, эстетический внешний вид также кевларовый, супер прочный и супер легкий ремень. Ременная передача, все вот это быстросъемы. Ну, качество, конечно, выполнено огонь. Также расстояние между полозьями маленькое, это для того, чтобы гусеница в поворотах закладывалась и чтобы легче было управление. Также елки, амортизаторы, конечно же, все самый топ. Вот такая вот Yeti.